тюльпанчики, рябчики, рябчики, тюльпанчики, лилии, куча лилий всходит. Все так здорово. Ты тоже со мной смотришь, да? Копала. Скоро расцветут, люблю тюльпаны. Мои цветочки. Рябчики не цвели у меня, рябчики. Вот в таком вот виде. Постоянно. Как не весна у всех цветут, у меня рябчики не цветут. Вот такие постоянно были пустые. Худенькие, тоненькие. Но сейчас это я вам показываю маленьких деточек, которым рано еще цвести. Маленькая луковка она отделяла. В общем, вот не цвели, которые выкопала я их все. И осенью, когда было время сажать, все луковичные посадила, заглубила луковицу, как положено ей сидеть, на 3 глубины, даже больше можно. Луковицы очень крупные и требуют очень глубокой посадки. Неглубокая посадка является одной из причин, по которой не цветут рябчики. И вот в этом году у меня зацвели мои рябчики. Вот, красивые. Нарциссики тоже. Очень люблю нарциссы. И много-много-много сортов завела. Вот один уже распустился. Красавчик. Красивый. Очень нежный цветочек. Тоже вот этот будет, наверное, махровый. Уже один лепесточек свой оттопырил. Много-много-много-много будут разных всяких расцветать. И рябчики. Вот прямо любуюсь. Вот это тоже, видимо, деточка попалась. Маленькая. А вот остальные все зацвели. Так что у кого не цветут рябчики, проблемы есть. Даже вот это вот, видимо, маленькая деточка рядом с большой, с мамой своей. Деточка. Один цветочек я выдала. Так интересно. Один колокольчик будет у нее. А этот вот такой хохолочек. Красавчики. Куча лилий. Жду, когда взойдут все. Потом порыхлю, пропалю, порыхлю. Раньше положенного не надо рыхлить то место, где есть лилии, потому что бывают запоздалые всходы. Луковицы просыпаются попозже, или сорта такие, что не дружно всходят, а немножко попозже. И начинаешь, бывает, рыхлить. Забываешь то место, где конкретно у тебя сидит эта луковка. И получается, что сбиваешь ей рыхлилкой, тяпкой или чем там рыхлишь. Сбиваешь ей эту макушку. И все. Было много раз у меня такие ситуации, так что я пока терплю. Хочется, конечно, поковырять, но не знаю, у меня тут очень много лилий. Потом буду показывать, как цветут красивые. Розочка проснулась.